Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений доложили о проделанной работе. Подробности в сюжете. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. 23 июня страну потрясли чудовищные теракты в Севастополе, Дербенте и Махачкале. Есть погибшие, есть также раненые. Вечная память погибшим. И все, что касаемо раненых, нужно проверить еще раз информацию по нашим жителям, нет ли среди них люберчан, при возникновении ситуации, связанных с ранениями, оказать всестороннюю помощь. По рабочей повестке у нас на территории городского округа проходит сезон благоустройства. И по поручению Андрея Юрьевича Воробьева и при поддержке губернатора реализовывается ряд объектов очень знаковых, с серьезным финансированием, ожидаемых жителями очень давно. Прошу доложить о реализованных и процессе реализации проектов Наталью Николаевну. В текущем году на территории округа запланированы работы по благоустройству как городских, общественных, так и дворовых территорий. 31 дворовая территория у нас участвует в программе, 4 парковые, 3 сквера, 3 пешеходные коммуникации и 1 лесопарк. Мемориал «Вечный огонь», Октябрьский проспект, дом 116. Этот объект стал победителем федерального проекта формирования комфортной городской среды в 2023 году. Понимая, что следующий год будет юбилейным, 80-летие победы над фашистской Германией, мы решили в этом году провести проектирование и начать работы по его благоустройству. К работам планируем приступить в конце июля, начале августа текущего года. Следующий доклад о содержании улично-дорожной сети и также те поручения, которые были даны на предыдущем ОГС. Докладчик Кирилл Владимирович, пожалуйста. За прошедшую неделю проводились работы по уборке смета и мойке дорожного покрытия 412 километров автомобильных дорог регионального и муниципального значения. Кроме того, на ежедневной основе подрядными организациями проводятся работы по уборке от мусора 123 остановочных пунктов, расположенных на муниципальной сети. За прошедшую неделю сотрудниками управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры отработано 105 обращений граждан. На слайде выполнены работы по установке ограничительных элементов для предотвращения стоянки транспортных средств на тротуаре в поселке Малахка на улице Южная. Фотоматериал выполнения работ по покосу травы на улице Смирновская в формате «Было-стало». На текущей неделе запланированы ремонты по ямочному ремонту на внутриквартальных проездах по улицам Электрификации, Южная, Льва Толстого, Попова, Урицкого. Следующий доклад о обращениях наших жителей, которые поступают в единую диспетчерскую службу, доложит Толстиков Виктор Сергеевич. За прошлую неделю в единую диспетчерскую службу поступило 4816 звонков. Из них зарегистрировано было 1864 обращения. Ниже представлена статистика по топ-5 категорий. Работает сайт с возможностью оставления обращения через личный кабинет жителя. Также функционирует телеграм-канал по информированию жителей в телеграме. И на этой неделе начнем совместно с управляющей компанией ЛГЖТ тестировать мобильное приложение. Соответственно, по итогам тестов доложу и в дальнейшем распространим мобильное приложение для всех остальных управляющих компаний. Обращаюсь к руководителям управляющей компании. Это не наша просьба, это просьба жителей на вашу реакцию и на те проблемы, которые есть на вашем жилом фонде. Но вот компания «Содействие» умудрилась засветиться даже в областном срезе. Мы попали в такой некрасивый рейтинг от того, что «Содействие» вообще забыло реагировать на те просьбы жителей, которые поступают. Сергей Юрьевич, просьба обратить внимание и как-то ускорить работу. Коллеги, у нас по повестке все вопросы, если есть дополнения. Пожалуйста, если нет, то всем хорошей рабочей недели.